Фасад школы номер 13 обновят в этом году. Учебное заведение расположено на историческом маршруте, поэтому новый внешний вид здания должен гармонично вписаться в общую архитектурную концепцию. По проекту фасад будет выполнен в классическом стиле. Главным его украшением станет подсветка. Сейчас на данный момент денежные средства выделены. До где-то в марте месяце будет начата процедура закупок по определению подрядной организации. Ну и 1 сентября работы должны быть завершены. Старый навесной фасад был демонтирован по предписанию пожарного надзора. В результате проверки специалисты определили высокую горючесть материала, из которого была выполнена обшивка. Новый фасад будет не только безопасным, но и красивым.